Ребят, всем доброе утро. Сегодня я в лодке нахожусь сам. Вырвался сегодня на большую воду, на наше любимое печенежское водохранилище. Давно мы здесь не были. Не знаю почему, как-то вот летом печенежское водохранилище тяжковато дается вообще по судаку. Но пока будем искать судака. Хочется вам, ребят, рассказать по поиску судака в летнее время. Подскажу, как собрать бюджетный набор для новичков, для рыболовов-любителей, сильно не заморачиваясь. Тот наборчик, с которым вы можете успешно ловить сударя. Сейчас, ребят, приступим к поиску рыбы. Вы в это время обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте любые вопросы. Ребят, всем, кому нравятся мои начинания, мои видеоролики, поддержите меня на просторах YouTube, делитесь ссылкой на мой канал. По мере роста канала, по мере набора оборотов моего канала, я буду давать все больше и больше интересной информации. В одном ролике не получится рассказать и поделиться всеми теми знаниями и опытом, который накапливался не один год. Но по мере возможности я буду с вами делиться информацией. Предыдущие фильмы, которые мы снимали, я с Юрой, с Димой. Значит, это, ребят, был после нерестовый, скажем так, жор судака. Плюс свою роль сыграл огромный термоклин, который рыбу выдавил с глубины, заставил подняться на бугры. Это, в принципе, на небольших водоемах с небольшими глубинами происходит каждый год. Мы каждый год на этих водоемах ловим рыбу. Вот многие спрашивают: Ромыч, покажи, как там искать судака в летнее время, так далее и тому подобное. Ребят, я обязательно все вам постараюсь рассказать, но, опять же, вернемся к вопросу. Для того, чтобы быть успешным судочатником, нужно очень хорошо знать рельефы водоемов. Для того, чтобы изучить рельеф водоем, слава богу, техника позволяет, и Холот и Лоуренс, пишущие, рисующие карты. Я являюсь организатором, так сказать, банды художников. Собрал ребят в одну команду. Мы нарисовали все водоемы Харьковской области со своим другом Виталиком. На протяжении 2 лет мы в компьютере просидели и построили все батиметрические карты Харьковской области. Поэтому мне и моим друзьям, которые принимали участие, очень легко и просто ориентироваться на водоемах. Как бы ребят не знали рельеф, и только в один прекрасный день, бук, и они увидели, грубо говоря, там практически все печенежское водохранилище. Я не говорю за малые водоемы. Поэтому нам ориентироваться проще. Я многим говорю и призываю для того, чтобы, ребят, если у вас есть возможность, и техника позволяет делать батиметрию, рисуйте ее. Рисуйте всеми любыми способами. Когда вы знаете рельеф, вы будете намного проще себя чувствовать на водоеме. Вам будет намного проще найти судака. Во время рисования вы обнаружите какие-то интересные аномалии, коряшки, пенечки, побровочки. Ребят, как вообще вот, ну, летом, вот с чего начинается поиск судака? Значит, где искать судака летом? Проходит весна, водичка у нас потихоньку начинает прогреваться. Вся кормовая база поднимается на небольшие глубины. Если есть на водоеме какие-то пупы, затяжные косы или плавные выходы поливы, рыбка поднимается потихонечку на более мелководные участки. Соответственно, за рыбой поднимается и вся хищная рыба. Судак, щука. То есть я к тому, что всегда ищите белую рыбу, и вы всегда найдете хищную. Она всегда где-то рядом. Да, бывает, судак отдельно отстаивается, но он все равно, как правило, не находится далеко от кормовой базы. Вот то, что вы наблюдали в видеороликах, которые предыдущие, там 3-4 ролика, это все ролики с нашего любимого Травинского водохранилища. В этом году судак, как и прошлые года, стал на интересных участках водоема на всех возвышенностях. То есть, зная хорошо рельеф, пупы, возвышенности, вы можете легко ориентироваться на водоеме. Вы приходите, просто пробегаетесь по точкам и, грубо говоря, снимаете сливки, так сказать. Но все равно судака нужно искать, судака нужно удивлять, судака нужно соблазнять на поклевку. Рыбалки на водохранилище на этом маленьком были очень интересны. В общем, по мере прогрева воды рыбка наша поднимается вверх. То же самое сделал судак. Плюс огромную роль в этом году на водоеме сыграл термоклин. Запомните раз и навсегда. Если вы видите термоклин, в этом участке рыбы никогда не будет. Рыба в термоклине никогда не стоит. Что такое термоклин, вы можете спокойно погуглить. Я не буду рассказывать об этом. Ну, я думаю, 99% знают. Рыбка всегда будет стоять выше термоклина. Поэтому летом такие участки, поэтому летом очень перспективные участки, всевозможные возвышения, затяжные береговые поливы.
Это, кстати, вот очень многие ребята на наших небольших водоемах не уделяют этому вообще внимания. Все ходят по руслу, там, по бровке, какую-то коряжечку, там, какой-то пупок там окучить максимально. А на поливу, вот я даже обращаю внимание, никто не уделяет время. Это очень большая ошибка на самом деле, потому что позапрошлый год на поливах, на вот этом водоеме, на котором я снимал ролики, я очень успешно ловил рыбу летом на глубинах от 5 до 3,5 метров. И находили мы ее обычно просто по белой рыбе. Находишь стаю белой рыбы, это там, как правило, это ласкирь некрупный такой, 150, 250, 300 грамм, лещики встречались. На затяжных поливах очень часто встречается ракушка. Вот идет полив и небольшой холмик. Как правило, все эти холмики, они обросшие дрессеной. И там всегда крутится наша любимая белая рыба. И, соответственно, возле этих холмиков всегда крутится судак. Вот мы успешно ловили на этих участках. Ребят, береговые свалы не нужно недооценивать. Им нужно полноценно уделять внимание, точно так же, как руслу, бровкам, пупкам, косам и так далее. В принципе, ну, я думаю, это будет для харьковчан больше интересно. Многие в том году на Муромском водохранилище очень хорошо половили рыбу. А в этом году даже матерые волки говорят, все, говорят, ребята, рыба закончилась. Ребят, рыба не заканчивается. Рыба там, да, в связи с этим гребаным промловом, с нашествием там недобросовестных спиннингистов, которые, не будем говорить, что делают. Рыба уменьшилась немного в размерах. Среднестатистический размер рыбы по всем водоемам Харьковской области, я думаю, по всем водоемам и рекам нашей страны, он стал меньше. Да, это грустно, да, это печально, но рыба даже в самом выбитом водоеме, она есть. В этом году ребята убедились, что рыба есть на Рогозянском водохранилище. То же самое есть и на Муромке. Но немаловажный фактор, который тоже многие, наверное, на это не обращают внимания, это уровень воды. Когда у вас водоем практически без рельефа, так сказать, кастрюля, это вот Муромка, Водобуд. Водобуд — это вообще сплошная кастрюля, замуленная. Муромка, пару пупков посередине есть. Рыба не стала в этом году на пупах. Но это не значит, что там нету рыбы. Рыба там есть, она находится на береговых покатистых свалах. Потому что либо где-то в вершине. Это я так предполагаю. Я думаю, что среди недели я Муромскому водохранилищу уделю особое внимание и постараюсь там поймать рыбу. Это уже, знаете, как ради принципа. Вот мне самому интересно, там, где никто не может поймать, поехать и поймать рыбу. Обязательно по этому поводу постараюсь снять ролик. Что у нас произошло дальше? Половили успешно мы на верхотуре рыбу, нашли, где стоит судак. Произошло резкое похолодание. Температура воды упала до местами, там была температура воды 20,5 градусов. То есть 26, она свалилась на 20,5. Это очень большой перепад. Плюс был дождь, ветер, воду перемешало. Моментально исчез термоклин. Не только судак, белая рыба, она тоже вся чувствует вот эти вот перепады температуры, моментально на это реагирует. Поэтому, ребята, нужно обязательно всегда быть в тонусе. То есть вы должны понимать время года, температура воды, смотреть по эхолоту, на каких глубинах стоит рыба, всю эту картинку складывать в голове и примерно понимать, где искать судака. Никто никогда вам не расскажет, что там 10 июля судак будет стоять на Меловой горе, 16 октября судак будет стоять на Богдане в русле. Нет, он может стоять в русле, может выйти с русла. Все будет зависеть от температуры и от погодных факторов. Из года в год постоянно все меняется. Даже те наработанные точки, которые, допустим, у меня есть там по печени, вообще неважно, по всем водоемам, они не каждый год работают. Вот я сейчас буквально прошелся по двум интересным корягам, посмотрел их. Они всегда вот года 3 назад, года 3-4 назад, они постоянно давали рыбу. Сейчас эти коряги второй год молчат, они начинают работать, как правило, осенью. Почему, я не понимаю. Но даже вот после того, как похолодало, вот я сейчас прошелся по поливам, белой рыбы наверху нет, 4 метров, 5 метров, 6, белая рыба вообще полностью отсутствует. Вся белая рыба находится в русле. Почему так произошло? Потому что даже кормовая база судака среагировала на температуру воды и скатилась немного ниже. Где-то она зашла в русло, где-то опустилась на более большие глубины, но на верхах ее нету. И вот опять же ошибка. Ребята продолжают, вот я был на водохранилище на маленьком, продолжают искать рыбу там же, где она стояла 3 недели назад. А ее там нету. Полощадь стоят, рыбы нету, рыба закончилась. Рыба не закончилась, рыба просто кардинально сместилась. Она поменяла места стоянки и, соответственно, глубины. То есть она ушла в комфортный температурный горизонт для себя.
Поэтому, ребят, я могу на эту тему разговаривать очень долго, разговаривать часами, дать вам очень много полезной, интересной информации. Можем даже подискутировать на эту тему. Очень бы хотелось, чтобы вы писали под видеороликами комментарии, делились информацией, задавали какие-то интересные вопросы, возможно, сами что-то интересное рассказывали. Я всегда почитаю полезную, интересную информацию, ведь я тоже, ребята, учусь вместе с вами, как и всегда. Все знать невозможно. Рыбалка – это все равно, наверное, больше загадка, чем разгадка, потому что каждый день все по-разному. Да, бывает, ты находишь судака, можно неделю каждый день ездить, он стоит, ты его колбасишь, ловишь поклевки, ты кайфуешь, думаешь, ну все, я царь, нашел, разобрался, все. Приезжаешь через день, судака нету. Начинаешь искать примерно там, где ты его искал, судака нету. Начинаешь что-то кардинально менять, судака нету. И эти поиски могут затягиваться на 4, на 5, на 6, даже на 7, на 8 холостых рыбалок, когда ты пытаешься понять, где рыба, ты ее усердно ищешь. Без никаких привязок, без коряжек там. Просто ищешь бровки, русла, поливы. И в один прекрасный момент ты находишь рыбу там, где ты ее вообще не ждешь. Были такие случаи, когда мы рыбу на печенегах находили на глубине 3 метра, 2,5 метра. При том, что температура, это вообще непредсказуемо. Вот у него что-то в голову стукнуло, он ушел в какой-то комфортный горизонт для себя и стоит там отстаиваться. Даже не на самом твердом дне. Но, в общем, на эту тему мы можем дискуссировать очень долго. Ребят, давайте попробуем поискать рыбу, посмотреть, может, что-нибудь интересное найдем и обязательно попытаемся это поймать. А вы не забывайте подписываться на мой инстаграм, на канал YouTube, ставить лайк, писать комментарии. Обязательно. Для меня это очень важно. И если, повторюсь еще раз, если вам нравятся мои начинания, нравится то, что я делаю, делитесь ссылками с друзьями, рыбаками, рекомендуйте мой канал. Давайте развиваться вместе. Ребят, всем заранее огромное спасибо. Вот, ребят, в принципе, то, что я предполагал. Вся рыба находится в русле. Но такое бывает нечасто. Вот кардинальное изменение температурного режима, температуры воды заставило рыбу запрыгнуть в русло. Сейчас самое главное, чтобы рыба находилась на дне, чтобы она не в толще воды плавала. Очень часто судак плавает в толще воды. И вот мы тогда не можем найти рыбу, стоящую на дне. И многие рыболовы говорят, что якобы рыбы нету, рыбу не нашел, там много рыбы в толще воды, судак может плавать в толще воды. Мы, кстати, недавно с Димой попали на рыбалку, я не снимал видеоролик, там буквально частично пару кадров было. Заброс в русле, подача, заброс, подача. Рыба атаковала от поверхности в полутора, в двух, максимум в 3 метрах. Вот как бы очень интересная ситуация получается. Вот сейчас мы опять сваливаемся в русло, заходим. И вот, пожалуйста, внизу лежит рыбка, ее в принципе даже видно. Что это за рыба, на самом деле определить очень сложно. Семерка Тиайка, структур сканер, он не настолько доскональен, чтобы показывать нам там стоящего судака и так далее. Да хотя и дорогие приборы то же самое, они не показывают. Структур сканер — это в общем обнаружитель, но при определенных условиях идеальных, когда у вас штиль, когда у вас твердое дно, когда прозрачная светлая водичка на небольших глубинах, там до 6 метров, мы можем видеть судака. На структур-сканере, на этом, в принципе, как по мне, все-таки его увидеть сложно. И для того, чтобы его увидеть, нужно, ребята, реально пройти под определенным углом. И бывает, там возле коряжки какой-то, возле какой-то аномалии стоят такие, как чук-чук-чук-чук-чук, ровненько, как солдаты, как патроны мы их называем. Это, ребят, судак. Если рыба стоит хаотично, непонятно, то есть вот так, то это, скорее всего, не судак, это 99%, это стоит белая рыба. Вот опять сейчас вылезли наверх, вот буквально на бровочку поднялись плавненько, рыбы сразу нету. Сейчас сваливаемся в русло, опять рыба. О чем это говорит? О том, что сегодня рыбу я буду искать в русле, я на поливы даже не буду тратить время и вылазить наверх. Наша рыба где-то находится в русле. Вот опять свалились, опять идет рыба, ребят. И рыба очень интересная, и на дне стоит, везде стоит. Сейчас будем пробовать. Очень часто вот в этих местах, на поворотах, даже летом, чуть-чуть выше, наверху, тоже стоит судак. Это все нужно пробовать. Вот стоит на дне рыбка на 8 метрах, это тоже может быть наш рыба. Когда люди смотрят на нижнее сканирование, там перерезали какой-то бугор, и сразу резко утверждают, все, я вижу судака, это в основном делают новички, это есть ошибка.
утверждать на 100%, что это судак, это, скорее всего, может быть не судак, это может быть белая рыба. Как я предполагаю, что это судак, ребят? Когда я, допустим, подхожу к коряге, в коряге стоит рыба, я сразу предполагаю, что это судак, и в 99% действительно, когда есть бубышки интересные, это стоит судак. Если вы видите что-то, какие-то подозрения у вас есть на то, что это может быть судак, обязательно делайте якорь, цепляйте свою какую-то любимую приманку, которой вы доверяете, которая у вас поисковик. И обязательно щупайте, пробуйте, потому что не исключен вариант, что там действительно может быть сударь. 18 грамм, 9 метров. Начнем с 18. Если вдруг будут у нас какие-то там прижимочки, какие-то шевеления, поклевочки, мы обязательно, ребята, будем экспериментировать с приманками и пытаться подбирать к рыбе ключик. Но для того, чтобы начать эксперимент, нужно обязательно заработать какой-то, я не знаю, или откус силикона, или прижимочку, или поклевочку. То есть любой контакт с судаком. Если я пойму, что судачок здесь есть, он отзывается, то, конечно, я буду обязательно пробовать его, так сказать, расшевелить. Сейчас я закинул наверх, иду по верхней части бровки. Глупый заброс однозначно, потому что рыбу на бровке не показывала вообще. Но уже заброс сделал, прощупаю для морального успокоения. Ну и как бы все равно сейчас вот я знаю, что у меня вверх, русло где-то правее. Я сейчас буду метров по 10 брать немножко в сторону. И как только начну валиться, сразу там под бровочкой начну щупать. И от нижней части бровки очень часто, это немаловажно, очень часто судак стоит именно в нижней части бровки. Как вы думаете, почему? А все банально просто. Нижняя часть бровки там всегда твердо. Низ и идет, начинается свал. Мул, как правило, всегда лежит ниже. И вот именно нижняя часть бровки, буквально промахивайся в метр, и все, поклевок нету, ребят. Поэтому, если сударь там стоит, если мы его там нащупаем, мы будем очень детально и более локально облавливать все это место. Как лучше всего искать рыбу? Неважно, какой у вас эхолот, там структур-сканер, не структур-сканер. Вот если вы, ребят, вот если вы, допустим, имеете обычный эхолот или там без бокового сканирования, вот как лучше всего искать рыбу, как это проще делать? Вам лучше всего, и я так всегда делал, даже сейчас делаю, имея структур-сканер, ходить змеечкой. То есть вы находите какое-то место, которое вам нужно просканировать, и вы его более детально начинаете резать. Ну, как я называю, резать, ходить. То есть буквально там через 10 метров вы его сканируете, режете туда-обратно, туда-обратно, туда-обратно. И когда вы видите какую-то интересную рыбу на дне, вы обязательно останавливаетесь и начинаете это место хорошо прокидывать. Это очень часто приносит довольно-таки интересный результат. И как бы в любом случае, то, что мы там видим на эхолоте, эхолот нам показывает, говорит там, ребята, все это сюда, кидайте сюда, это все фигня, нужно щупать только спиннингом. Обязательно.